Виктор Иванович, в принципе, да, насколько я помню, работа над деятельностью Алихана Бөкейханова подтолкнула вас и к иным исследованиям. А может быть, это и взаимосвязано было? Это февральская революция 17 года и такая личность, как Гришин Алмазов. Да. Угу. Вот, в принципе, вот эта вот революция 17 года, февральская революция, которая привела к переходу Российской империи уже к новому какому-то государственному образованию, и в конце концов это вылилось в распад империи, создание национальных государств, победе большевиков. В общем, такой ключевой, понимаю, в моем понимании, момент в истории, наверное, не только России, там, Казахстана, соседних республик, но и континента в целом. Да? Вот вы как его воспринимаете, как вы к нему подходите? Или для вас это вот что-то, какой-то просто акт политический? Ну, не только так. Самое главное, конечно, попытаться ответить на вопрос, как это все произошло. Ведь прошло 100 лет, и какого-то более четкого, конкретного понимания, как это все было, на протяжении 100 лет с учетом там политики, идеологии, вот это давление, значит, да, пытались как-то ответить, но так и не ответили. Сейчас вот что это было, да, вот февраль 17 года, несколько дней в одном городе, в принципе, в Петрограде, в результате чего пала 300-летняя империя. Да, казалось бы. Казалось бы, как она может пасть в течение нескольких дней? Буквально несколько дней все рухнуло, тем более, что это в одном городе все происходило, как бы, да. И многие там, не находя ответа, да, все сводят, что это вот была стихия, что народ ни с того ни с сего вдруг поднялся и куда-то побежал, а царь так испугался, что раз корону и выбросил. Ну это же такой царь был, не из пугливых. Он был далеко не из пугливых. Реально у него был и умный, и грамотный человек, и тем не менее вот это произошло. И я здесь рассматриваю, конечно, уже много лет вот такую технологическую часть процесса, как это все происходило. Как это все происходило. Вот, предыдущая... То есть механика момента, да, вот этого? Да, как все это было организовано, как это бы сделало. У меня же предыдущая книга Александр Иванович Гучков «Болгария», там, «Белый реванш в стране алых роз». Там как раз переворот 23-го года. Я нашел много похожего, где он был и там, то в Болгарии переворот удался, в России он тоже удался. Ну, там скрывают. Все скрывают, кто это был, там, что это было. Я нашел очень много параллелей, потом буквально там по дням, по часам рассматривая. То есть я там показываю моменты манипулирования, символическое пространство, где как. Поэтому удобно, неудобно будет, да. Я с большой тревогой наблюдал за событиями у вас в Казахстане в январе месяце. Угу. И обращал внимание именно на технологическую часть. И, конечно, мне как некому специалисту в этой области очень многие вещи были очень понятны, что происходило. И когда в сетях там такие эмоции были, да, там, на президента, такой-сякой. А он на самом деле очень грамотно все действовал. Он исключительно грамотно действовал. Не допустить. То есть в этом смысле и он действовал в таком традиционном смысле, порядке, используя вот эти все наработки, символическое пространство очень сильно. Да. Я не буду там нюансы давать, чтобы никого тут не раздражать, как бы в этом плане. Но это очень такой кисто показательный на самом деле. И вот сравнивая, например, там Болгарию, Россию, переворот мая 18 года в Сибири. Я вот почему начал Гришиным Алмазом заниматься, потому что это был... Тоже успешный переворот. Да, конечно. То есть... большевиков свергли буквально там за какой-то промежуток времени. Ну там Чехловацкий корпус, вот это вот антибольшевистское подполье. Они очень удачно все это грамотно сделали. И как раз используя даже в большей степени не военную силу, а вот эту вот борьбу в информационном пространстве, в символическом, когнитивное пространство, когда, ну, царю, грубо говоря, картину мира понимали, поменяли, ну, то есть один файл вытащили, а другой вставили. А в этом файле записано, что все плохо.
шпион. Как... Я в книге показываю, как это все происходило, кто делал, какие коммуникации. То есть борьба-то во многом была коммуникативная. Угу. Кто больше там окажет. Да как сейчас там, собственно говоря, информационные войны. В общем, это инструмент, который является похлеще, чем там, ядерное оружие, да, или другое. Во многом да. Во многом да. Потому что буквально там такие активные фазы 5 дней, и рушится 300-летняя империя с 10-миллионной армией, с аппаратом насилия, жандармерия, охранное отделение. То есть ничего не спасло. Ничего не спасает. Вот против таких действий ничего не спасает. И я понимаю, когда многие коллеги там пытались разобраться, ну, не владея там, это смешные, по сути дела, науки, не владея, у них другого выхода, кроме как сказать, что это стихия, да, объяснить, нету, что вот голодные тетки там, они стояли в очередях, потом на заводе, все это пошли. Я всегда задавал вопрос, а что с этими тетками дальше было? Куда они делись 24 февраля? Ну, 23-го они вышли. Куда они делись 24-го, 25-го? Почему их не было ни одной в Совете, который был образован? Ответов, как правило, нету. А если мы возьмем там журналы, газеты 17-го года, они вообще начинали историю революции с 27 февраля. Кто-то там предысторию с 24-го, 23-го вообще никто не писал. Mm-hmm. О том, что революция началась в феврале, 23 февраля, это уже гораздо поздняя большевистская интерпретация. Когда там сидели, думали, какой день нам назвать-то? 27-й, но это вроде там Государственная Дума, а там либералы. Mm-hmm. А мы не можем позволить либералам отдать эту победу. Да. Поэтому это только рабочий класс. А его не было там, да, партии большевиков не было. Это была очень сложная задача. И вот там где-то слышали кто-то, что какие-то тетки, швеи, там, мотористки, значит, они занимались. О, давай это и пусть будет. А когда они были? 23-го. Отлично, вот пусть оно там будет. Что там было дальше? Непонятно абсолютно. Угу. То есть это вот такое конструирование, даже не реконструкция истории, а конструирование. И я вот хочу как бы показать, исходя из этого. Мне вот в этом, конечно, помогает опыт вот и пиар-деятельности, и технологической, и то, что работал в органах управления, потому что система управления, она в принципе бюрократическая, она примерно та же самая последние несколько веков, что у нас, что у вас в Казахстане. Классическая. Да. Но она такая, вы знаете, как-то наша родная, она очень близкая, и вот начинает там с кем-то разговаривать. Мне говорит, мне так порой смешно бывает, что у нас все то же самое. Идет, как бы там ни говорили. Одна школа. Вот. Я бы сказал, не школа, а корень один пока. Корень. Хорошо. И ну, на каком этапе вы сейчас находитесь? Какая будет у вас структура работы? У меня сейчас, вот я по Бутиханову хочу доделать. Угу. Как говорится, отзвонил с колокольни долой, чтобы сделать. Я, наверное, буду делать это в электронном виде, потом, ну, у меня просто нету средств на бумажный вариант, это довольно дорого. И когда там уже все закончат, я думаю, что в этом году. Не так много мне осталось по истории Сибири. Надо маленько еще рукой мастера пройтись, вычеркнуть там всякие слова, угу. Еще добавить и написать введение и заключение. И на этом все заканчивается. Угу. И отдать потом на растерзание рецензентам. Ну да. Ну я с ними уже научился справляться поэтому. У меня подход такой, что ну критикуете, предлагайте, да, ну не нравится, ну сделай лучше. Ну, кто возражает, да, сделай лучше, да и все. Я ж могу понимать. Вообще это вот стремиться к идеалу, наверное, надо, но его никогда не будет. Недостижимость. Я могу сказать, что автор бывает недоволен своей книгой сам сразу же после выхода ее из печати. Когда берешь, смотришь, идем, вот здесь надо было то, что добавить. Даже смотреть не хочется, наверное. Не буду я смотреть все это ваше там, пока не успокоишься. Это на самом деле так, потому что самый главный враг — это ты сам, как бы постоянно совершенствование. Но с другой стороны, тоже затягивать особого смысла нет. Хорошо. Да, в любом случае все проекты надо уметь завершать, да, чтобы это потом тяжелое, уже да. К ним не возвращаться и закрывать такой гештальт. Как говорят, ремонт квартиры, его нельзя завершить, его можно только бросить. Все время там что-то надо делать, как... Так и здесь, да, гештальт надо закрыть и все, и заниматься чем-то другим. Если потом появится еще интерес, тема какая-то,
можно сделать второе, третье издание уже, добавление там, исправление, вдруг что-то там появится уже такое принципиальное. Но это уже будет другое издание. Ну, это другое будет. Uh-huh. Но я думаю, я считаю, что то, что я сейчас сделал, там достаточно много информации, чтобы и ученым, и специалистам было над чем поработать, что-то вставить, поговорить, подвергнуть критике. Ну, исключительно только я вот принимаю конструктивную критику. А исходить из того, что мне вот просто автор не нравится, я не буду смотреть, да, ну это дело хозяйское, меня это мало интересует. Говорить там по аргументам, да, по каким-то, а по фактам, это другой момент. Я представил целый ряд фактов, очень много новых. Я не возражаю, вы можете меня ругать, критиковать, представьте свое. А не просто из того, что да он там, да, из России, не знает нашего языка, что он там понимает. Да. Это, а с фактами не, сложнее. А с фактами сложнее, да, тем более, что там есть. Мысли никак, есть, а бумаги нет. Я говорю, вот архивные данные. Да что там в этих архивах постоянно переписывают? Что их там читать? Ну, это аргумент, не поспоришь. Это веский аргумент, да. Хорошо. Либо это примерно как начинает. Пусть откроют архивы. Мне вот все время, что самые страшные борцы и сильные за открытие архивов, те, кто в архивах никогда не работал. И вообще не связан. Только вот слышали, как попугаи повторяют. Я считаю, что мое поколение историков, это самое счастливое, когда мы захватили там, ну, в России, я имею в виду, целый ряд там возможностей, какие есть. Они и сейчас сохраняются, очень сильные такие, где можно возить. Я это по Болгарии почувствовал, по Казахстану почувствовал. Какие у нас могли быть ограничения там по Алашу, по Букихану? Все от тебя зависит, иди ищи, там другое дело, проблемы найти. Вот это вот, не, опять как в анекдоте, искать не там, где потерял, а там, под, где светлее, под фонарем, там тысячу ты найти не мог. А надо в другом месте искать. Как его, все это. Я вот и хочу про это в том числе и написать. Что, это тоже надо. Что, а мне, кстати, вот в сетях очень часто задавали, какие документы, как это, как вы искали. Ну, потому что, знаете, кто со стороны смотрит, всегда интересно, а действительно, почему вот ты нашел, да, а до тебя люди были, они не могли там найти. Сколько исследователей ходило, искало. А почему это так? Под фонарем. Это же не потому, что, да, я вот такой гений, хотя я с этим тоже спорить не буду. Какой вы скромный. Да, да, да. Скромность моя вторая натура, да. Я о своей скромности могу говорить часами, а другие там. Нет, просто разные подходы, разные методы, разные школы, как бы в этом. Люди профессионально там в какой-то своей части делают хорошую работу, большую, многую работу. Вот Султанхан около, да, мы с ним там ругались, да, чуть ли за грудки не хватали. Но у нас нормальные дружеские отношения, потому что мы спорили конкретно по делу. Он упертый. Я упертый, как бы, и это нормально. И вот такая дискуссия, она как раз продвигает нас в этом плане. А когда там говорят, да он там такой-сякой, как бы, ну извините меня. Но здесь не может быть компромиссов, да? Да, вы тут сами, ну, сделайте тогда хотя бы столько, сколько он сделал. Угу. Я вижу там какие-то вещи, которые меня не устраивают, да, я могу это аргументировать, я не буду там сейчас рассказывать, как бы. Но я понимаю, что это есть база определенная, от которой можно дальше отталкиваться. Ну, создайте базу, там еще что-то. 15 томов, там, конечно, вот собрание сочинений и Букиханова, понятное дело. Но это же он сделал, да, как бы. Там тоже есть минусы определенные. Это понятно, как бы. Все. Ну, вот, вот этот нарратив собрать. Да, собрать. Его подготовить, отредактировать, издать. Сейчас, по крайней мере, можно взять, полистать и сказать, ну, ты тут намутил там еще что-то. А до этого даже этого не сделали. Не было, да, не понимаете? Было. Это огромная заслуга. Я поэтому все время говорю, что Султанхан это наш первопроходец, открыватель темы, а мы уже там последователи. Хотя мне попытались прилететь за это. Я говорю, не надо тут ничего нам. Хорошо. Это вполне нормальные отношения. Дай Бог ему здоровья, чтобы он дальше продолжил эту тему. Аминь. Я-то буду в другую сторону уже уходить. Виктор Иванович, ну, хотелось бы в заключение несколько слов о Казахстане, о казахстанцах. Вы были в нашей стране и до букихановедения, да? Ну, конечно. Вот, ну, в этой последней миссии это уже 3-4 посещения Казахстана.
Расскажите, пожалуйста, вот как изменилась страна, люди, на ваш взгляд, что, какие изменения произошли? Ну вот здесь, например, да, в Нур-Султане, когда это Астана была, я был 20 лет назад. Мы фотографировались. Этот комплекс Байтерек, да? Байтерек. Правильно назвал? Да, правильно. Вот эта красота стояла, а рядом была большая казахская степь, и ничего не было. И, конечно, через 20 лет увидеть все вот тут громадье, так сказать, стройки, производит очень сильное впечатление. Я все время говорил, что ну, вот Астана, Нур-Султан, это дворец под открытым небом. Ну, по крайней мере, внешне это выглядит именно так. Мне там рассказывали, что многие там местные жители там то не нравится, это не нравится. Это, наверное, нормально, как бы, да, очень нравится. Я сильно удивился, чтобы вообще всем все нравилось, как бы. Там, ну, когда... есть над чем работать. Да. Или, как раньше говорили, есть еще отдельные недостатки партийной работе. Но в целом, конечно, это производит грандиозное впечатление. Я даже не могу сравнить, где такие города еще есть, чтобы так могли бурно расти и развиваться, все это сделать. Сильно на меня впечатление произвело, что вот город Костанай, там занимается автомобилестроением. Мне, правда, опять прилетело в сетях от местных жителей. Да там только сборка, там что-то какое-то производство. Я вот все время удивляюсь людям. То есть это разве плохо? Вот это почему плохо? Mm-hmm. Есть целый завод, да, мы там походили, посмотрели. Целый ряд машин, Рено, там, Шевроле, Лада, там, все это. Градообразующее предприятие, наверное. Несколько тысяч человек там работает, mm-hmm. это же прекрасно. Зарплату получают. Да, чисто, аккуратно. Mm-hmm. Они еще занимаются социальным там бизнесом, это вот Allure mm-hmm. компания, да, Букихановские чтения проводят, mm-hmm. куда я приехал. Я вообще не предполагал, что в Казахстане вот идет сборка там автомобилей, просто не знал, честно говоря. Ну, это не моя сфера, как бы. Нас поводили по заводу, я посмотрел. Вообще, экскурсии? Да, mm-hmm. просто восхищение было. Вообще нормально, как бы. Строятся микрорайоны, там, город развивается благодаря. Что, ну, вот идет такая жизнь, как бы, там, отношения. Безусловно, как бы, да. Я много раз бывал в Павлодаре, я вообще в восторге от этого города. Маленький компактный городок, меня все время поражало. Чистота и порядок в этом городе. Та проблема, которая есть в моем родном городе, будь она неладная. Семипалатин, Караганда, конечно, вот, большое впечатление производит уровень содержания высших учебных заведений. Ну, Евразийский университет, это, конечно, тут уж что говорить-то, это понятно, вне конкурса. Это он? Да. Ну, вот взять региональные вузы, конечно, тоже. Потом, что касается людей, у меня, конечно же, ограниченный круг лиц, это в основном люди науки, там гуманитарии, преподаватели, на бытовом уровне это в основном транспорт, гостиницы. Но я всегда очень доволен. Я из Казахстана всегда уезжал с таким позитивным настроением, желанием работать дальше. Я никогда здесь не чувствовал что-то такое, какой-то тяжести или еще что-то. С коллегами всегда на таком дружеской ноге. У меня тут много друзей появилось. И не только по этой теме. Ну, это от человека зависит, конечно. Да. Вы-то сами человек открытый. Да? Наверное. Немного скромный. Да? Да, скромность меня подводит, конечно, тут, безусловно. О которой вы можете говорить часами. Да? Но, с другой стороны, скромность — самый короткий путь в неизвестность. Поэтому порочный путь тут нельзя как бы. Надо отбросить, да? Надо отбросить, да. Ну, так бы написал, да, и скромность спрятал бы рукопись в стол. Ну, и никто бы не узнал ничего. Конечно, большая боль была по январским событиям. Каждый день мы наблюдали все это. Ну, вы знаете, когда воспринимаешь как свое, это, да, как вот какие-то моменты были, когда там некие активисты там писали всякие гадости. Но я уже перестал с ними спорить, я их просто забанил. Мы чувствовали поддержку с вашей стороны, да, со стороны друзей. Спасибо. Потому что я не только от себя там, да, у меня вот много там знакомых, друзей в Новосибирске. У всех вот такое восприятие. Это действительно как общая боль, общая трагедия такая. Все хотели, чтобы скорее это все закончилось. Да и сейчас, как бы, я вот когда там, я же говорил про Букиханова, с большим интересом. Не могу сказать, что все там
группу нет, конечно. Но есть определенная масса людей, которым это интересно, они интересуются. Любители истории как бы спрашивают. Некоторые говорят, напишите обязательно историю Казахстана. Я говорю, там в Казахстане сами будут писать. Нет, мы хотим через ваш рассказ, как бы, как это все там будет. Ну, там то, что читают. Ну, вопрос, кто как доносит, конечно, да. Ну, это способ, да, это ведь как Карнеги говорил, речь стоит из трех частей, кто говорит, как говорит и что говорит. Причем последнее самое несущественное. То есть, действительно, как преподнести. Ну, собственно говоря, сейчас вся журналистика, она на этом построена, как преподнести. Там же, я когда книгу написал, одну из последних, меня профессиональные наши коллеги, мои коллеги, они меня начали упрекать о том, что, ну, вот вы знаете, ваша книга, она не по ГОСТам создана там. Параграфы должны быть другие, там это другое, еще там что-то такое, как бы. То есть надо писать длинно, долго, скучно и малоинтересно. То есть, история. Зачем? Кому? Для чего? Я сказал там своей знакомой, говорю, знаешь, Кура, дорогая моя подруга, я уже достиг такого возраста и положения, что могу себе позволить не следовать чужим правилам, а изобретать свои собственные правила. Кому не нравится, все так идите. В этом плане так. Довольно свободная ситуация. Угу. Замечательно. Большое спасибо. Подведем итоги. Да. Сегодня была встреча с нашим интересным, ярким историком Виктором Ивановичем Казадоем. Мы поговорили о, скажем так, послесловии к Букиханову, о проектах, в частности, по истории Сибири, о февральской революции и впечатлениях профессора от Казахстана, нашей о позитивных восприятиях. А, мы еще о непозитивных не говорили. Что оно в целом позитивное. А, в целом позитивное, хорошо. Вы наш уважаемый гость, почетный гость. Всегда рады видеть вас в Казахстане и в нашей студии. Большое спасибо. Спасибо вам.